Катерина Володимирівна, мабуть, зайве говорити про любов до тварин, але все ж таки мати приют – це відповідальність. Розкажіть, будь ласка, з чого все почалось? Ой, ну все починалось достаточно давно и совсем представлялось, что будет совсем не такое и не так. В каких-то, наверное, розовых очках была, как и все. Это в 2012 году, ну, стали подбрасывать животных под ветеринарную клинику. Один, второй помет щенков. Ну и тогда муж, в общем, так предложил мне, говорит, давай попробуем вот сделать, открыть приют. Я проехалась по существующим приютам в Киевской области. Поняла, что хочу что-то создать кардинально противоположное, чтобы это не было, ну, так скажем, тюрьмой для собак и для котов, то есть не было пожизненным их содержанием. То есть захотела создать, мы его изначально и назвали, центр временной передержки для бездомных животных. То есть основной задачей, в принципе, как тогда изначально мы перед собой поставили цели, они так и остаются, это стерилизация взрослых животных бездомных, то есть программа ОСВ, она так везде называется, отлов, стерилизация, выпуск. Вот, всех маленьких малышей, которых мы, ну, как бы не успели со взрослыми, мы забираем в приют, вакцинируем, глистогоним, то есть делаем все необходимые санитарно-эпидемиологические с ними процедуры, да, и пытаемся найти как бы дом. Вот. Но, ну, как бы и вторая как бы задача такая основная, это помощь, там вот сбила собаку машина, там порвали кошку собаки, вот, то есть вот таким вот животным, которым, ну, по большому счету некому помочь, то есть, ну, многие люди находят, увидят и не знают, куда им обратиться. Вот мы занимаемся как бы вот такими вещами. Конечно, за годы прошедшие много чего поменялось. Во-первых, не все щенки, которых мы забирали маленьких, нашли дом, к сожалению. И это уже взрослые собаки, которые выросли в условиях приюта, и они здесь и остаются. Они остаются заложниками как бы той ситуации, мы их не можем выпустить уже на улицу, потому что они не приспособлены к жизни на улице. То есть они привыкли... Это такая важная проблема, мне кажется. Да, потому что она не дает мне возможности забирать дальше собак. То есть вот мы заполнились до определенного момента. Ну, больше вольеров у меня нету. Площадь для того, чтобы построить их, нам тоже не позволяет. Ну, и это утопия, как бы, дальше это все делать. То есть собаки должны пристраиваться, они не должны здесь находиться. Естественно, все люди, которые до нас доезжают, потенциальные хозяева, мы их так называем, то есть у себя в простой речи мы их называем ПХ, то есть все ПХ, которые условно нам подходят, то есть они проходят, во-первых, очень придирчивый отбор наш, то есть они сначала разговаривают с администратором, с девочкой, потом разговаривают с человеком, который занимается именно пристройством. То есть мы обсуждаем вообще абсолютно все вещи, что произошло с предыдущим животным, в каких условиях собираются содержать, чем собираются кормить, какое отношение к стерилизации у человека. То есть и все, исходя из всех этих моментов, если нам человек условно подходит, мы готовы ему отдать кого-то из наших животных. Он приезжает сюда и, естественно, он смотрит, ну, в большинстве случаев на щенков, максимум подростков. Все те собаки, которым 2, 3 года, 4 года, ну, на них просто не падает взгляд, то есть они остаются не у дел. Как бы, а отдавать, ну, вот как многие звонящие считают, что вот, что вы так придираетесь, мы не на колбасу его берем, будет, ну, типа, кушать, жить себе припеваючи. Я говорю, послушайте, я в него столько вложила, я не говорю даже про материальную часть этого вопроса, то есть и столько вложила в него сил и души, что отдать его просто так, чтобы его сбила машина, когда вы его отстегнете, гуляй себе по селу, ну, там, в течение, там, через 6 месяцев мы звоним, ой, его сбила машина. Зачем тогда я все делала вот до этого? Ну, то есть, что... в добрые руки. Да, то есть руки должны быть, да, да, руки должны быть добрыми, причем над названием тоже очень долго думала, и многие надо мной издевались. Я говорю, ну вот мне почему-то, я, во-первых, эту эмблемку сразу придумала, ручки, в которых кошечка с собачкой, и вот, ну, как бы ассоциация именно была, вот, чтобы отдать в те руки, в которых мы, ну, уверены, хотя бы там на 80%. Будучи дивитися, коли часом натрапляєш на таких собак,
гарних, начебто доглянуті, інші не доглянуті. І невже милосердя, яке повинно творити людина, невже воно дуже рідко тепер, як ви вважаєте? Рідко, тому що, во-первых, я считаю, что никто из родителей не занимается подрастающим поколением. То есть все, наверное, бич этого поколения подрастающих детей в том, что все родители заняты, экономически так сложилось, добыванием денег, назовем это так, и мало кто занимается воспитанием своих детей, мало кто им прививает и рассказывает вообще, откуда эта проблема вообще произошла, почему эти собаки и вдруг оказались на этих улицах, почему они могут быть агрессивными, как надо с ними себя вести. Их не учат элементарным вещам, как вести себя с людьми, я уже молчу о том, об отношении к животным. У меня сейчас маленький ребенок, я хожу с коляской по улицам. Я могу сказать, что идут со школьниками, с маленькими, никто не объясняет, что в коляске лялечка, мы проходим мимо, будь потише, пять метров, дальше иди себе опять кричи, бегай и скачи. То есть никто даже ребенку этого не объясняет. Как я могу думать о том, что этот родитель будет объяснять этому ребенку, что сейчас мороз, сейчас будет холодно, покорми, вынеси, ты там идешь с бутербродом со своим со школы, он тебе не нужен, ты его выбросишь, отдай собаке, или отдай коту, то есть все вещи прививаются с детства, так как, мне кажется, что нам, нашему поколению, наверное, родители больше уделяли внимания и времени и на все эти разговоры, плюс там существовали какие-то, все пионерские, комсомольские организации нам в голову вкладывали какие-то ценности. Сейчас этого, есть у единиц. Мы эти единицы пытаемся найти. Наскільки нам відомо, у вас сайт є. Але якісь акції ви проводили, щоб ознайомити людей? Можливо, хтось все-таки захоче взяти вихованця? Смотрите, сайт пока только начал свою работу более-менее так, еще в тестовом, наверное, даже режиме. У нас много объявлений, мы акции никакие не проводим. Я когда-то начинала, еще, по-моему, в 2013 году или в 2014, я ходила в школу с лекциями, пыталась рассказать детям. До детей, во-первых, легче достучаться, чем до взрослых. Потом, и существует такой факт, мама, ты же мне обещала собачку, или кошечку, да, то есть ребенок дергает родителя все время. Но сейчас, честно, до этого не доходят руки. То есть такое количество животных, у меня работает минимум тех сотрудников, которые необходимы для жизнедеятельности, обеспечения нормального приюта. То есть в приюте сейчас содержится 105 собак и почти 80 котов. То есть есть сотрудники, которые кормят, убирают, есть сотрудники, которые социализируют, то есть ходят, тискают, учат ходить на поводках и так далее. И есть сотрудница у меня одна, единственная, которая фотографирует и размещает все эти объявления в интернете. А еще была такая информация, что до вас приезжали волонтеры, чтобы поспілкуватися, вигуляти тваринцы, правда? Да, конечно. У нас существует две таких программы. Это придумала девочка, которая занимается у меня социализацией, дрессировкой животных. Одна программа называется «Мой друг». Она изначально была придумана только для детей, то есть для школьников, для каких-то кружков, чтобы дети приезжали в будние дни, у нее есть свое расписание, с 2 или 3 часов до 4. И есть вторая программа, это «Большой выгул», она проходит каждую субботу с 11 часов утра до 2 или до 3 часов дня. Это приезжают люди взрослые, то есть тут приезжали и на Икарусах из Киева, собирали возле станции метро. Приезжает большое количество людей, они берут собак на поводки и выходят за территорию. Они гуляют, им читают лекцию
каждую неделю она на разные темы, то есть как обращаться, ну, это все связано опять-таки с собаками, то есть как правильно там приучить к горшку кошку, ну, то есть все то, что связано с животными. Проходит лекция, люди гуляют с собаками, собаки учатся доверять людям, общаться с людьми, потому что здесь они находятся все в вольерах, они дичают, то есть мы с чем столкнулись, с какой проблемой, они начали, ну, дичать, потому что не видят людей. Мы здесь как бы изолированы от общества, здесь нет машин, детей, колясок, ну и всего остального. Поэтому мы вынуждены были вот придумать такую как бы программу, дабы выводить их за территорию в больших количествах. Вот, ну и вот так вот люди приезжают, потом они приходят, здесь в кошкином доме накрывается стол, они тут пьют чай, кушают всякие сладости, ну и в это время тискают котов. Ну, что тоже мне необходимо, потому что коты тоже требуют как бы внимания. Утримувати тварин – це дуже накладно. Потім на порозі опалювальний сезон. Ми бачили у вас дрова. У вас є благодійники? У вас є якісь спонсори? Ой, очень мало, очень сложно. Ну, в основном, основная масса, конечно, это… Семейные. Да. Да. Ну, есть люди, которые помогают, которые готовы как бы участвовать. Ну, это такие точечные и не глобальные как бы, помощи. То есть, ну, очень часто звонят, там, в интернете нас находят абсолютно посторонние люди, там, мы хотим вам помочь. Что для этого надо? Ну, у нас есть список необходимых, как бы, вещей, которые нам нужны постоянно. То есть, это там хозсредства какие-то, это ветеринарные препараты и медицинские препараты. То есть, в принципе, то, что доступно, человек может зайти там в аптеку, купить по списку то, что нам надо для собак и для котов, и как бы привезти. То есть не надо переводить деньги, которые потом, ну там, разные люди думают, куда они будут потрачены, для чего. То есть можно привезти то, чем мы пользуемся, то, что я сама себе не уколю, ну, условно. Зрозуміло. Тобто, якщо будуть охочі вам допомогти, як до вас звертатися? Милости просим. Ну, мой номер телефона, сайт, все есть, все доступно. Мы есть в социальных сетях, у нас группы. То есть у меня, ну, как бы сотрудники всегда. Есть такая нужна очень часто помощь, опять-таки, там, расклеить объявление, там, вот, найдена собака. Вот мы нашли собаку, ну, у меня, кроме как я ездила, ну, сейчас у меня просто руки связаны, я особо этим заниматься, да, особо заниматься этим не могу. То есть расклейка объявлений, дача объявлений в разных, на разных сайтах о пристройстве животных. То есть то, что можно как бы делать, даже не выходя из дома, есть такая работа. Вот. Поэтому все желающие, вот, ну, как бы столкнулись сейчас вообще банально. Не могу найти человека вот, для уборки вольера и кормления собак. То есть нету сотрудника. Звонят, слушают, да-да-да, но даже никто не доезжает. Ну, во-первых, зарплата маленькая, во-вторых, работа достаточно, ну, первое специфическое, второе достаточно тяжелое. Специфическое, потому что я же хочу, чтобы собачек любили, чтобы не пинали их ногами там в вольерах втихаря, пока все здесь, а мы тут зашли покормить, и у меня был просто один такой экземпляр, который готов был работать, но бил собак. Вот. Поэтому сотрудники нужны, волонтеры нужны. Люди очень часто сдуваются, даже те, которые нам когда-то помогали, то есть вот помогали, а потом так жух, и устали. Ну, это тяжело эмоционально все, вот это как бы проживать и этим всем заниматься, я понимаю. Поэтому очень часто люди устают от этого. А вам бажаю, чтобы ваши добрые руки не болели. Спасибо большое. Оставалось меньше.